Большое значение нашему визиту. Я думаю, что этот визит послужит дальнейшему развитию взаимоотношений между Россией и Арменией. Мы живем в сложное время, но эти сложности мы должны преодолеть. Я надеюсь, что взаимоотношения между нашими церквами будут по-прежнему братскими. И наши церкви будут способствовать развитию взаимоотношений между нашими народами и государствами. Всех приветствую, ваших сопровождающих вас лиц. Спасибо большое, Владыка, за теплые слова и за теплый прием. Мы первый раз встретились здесь в июне 2018 года, и у меня сохранились очень яркие впечатления от нашей беседы, от нашей встречи. И я очень рад сказать, что в течение этого времени, я думаю, что очень много позитивного произошло в наших отношениях, и я думаю, что действительно нам удалось в течение последних полутора годов сделать очень многое, чтобы отношения между нашими странами поднять на новый уровень. Вы говорили о роли церкви в развитии отношений между нашими странами. Я хочу сказать, что действительно сейчас наша христианская идентичность наших народов и те христианские ценности, которые у нас есть, они присутствуют в политических отношениях наших стран. И я думаю, что этот фактор в течение этого времени усилилось, и я думаю, что в будущем тоже усилится. И в этом я, конечно, думаю, что ваша личная роль очень важна и высока. Я хочу поблагодарить вас за это. И, конечно же, времена не самые простые, но я думаю, что действительно у нас есть возможность в сотрудничестве между нашими странами, между нашими народами, между нашими церквями принести реальные изменения в общую ситуацию. И действительно, я очень рад, что атмосфера отношений, она всегда была хорошо между нашими странами, но я думаю, что она стала лучше, и мы готовы действительно реально поработать, чтобы принести не только кратковременные, но и долговременные перемены в наши отношения, улучшения. Несмотря на то, я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас всегда исторически были, я уверен, что будут хорошие отношения, но всегда есть над чем поработать и сделать чуточку лучше. И я очень рад, что в этом вопросе у нас единое мнение, единое видение и единая повестка. Спасибо большое.